Погорельцы из Шымкента празднуют новоселье. Ключи от квартир на вторичном рынке жилья получили 8 семей. Напомню, в декабре прошлого года они остались без крыши над головой из-за взрыва природного газа. Он повредил несущие конструкции дома, снес стены и выбил оконные рамы. Позже здание признали непригодным для дальнейшего проживания и снесли. Пострадавшим власти предоставили комнаты в общежитиях. И вот спустя 2 месяца людям вручили ключи от квартир. Жилье по просьбе погорельцев купили в том же районе. На это из городского бюджета было выделено 69 миллионов тенге. Доверяли, что не бросят. Сразу же с нами прям такое буйное этот. Все сразу нам внимание хорошее уделяли. Все сдержали слово. Обещали даже до Наурыза, дали раньше.